тут поговорили, да, мы тут поговорили и решили, что все-таки начнем не с книги Йова, а с книги Когелет по причине того, что надо как-нибудь выработать какой-то стиль, в каком мы собираемся этим заниматься, потому что с книгой Йова связана проблема в том, что мы опасаемся закопаться в ней в языке. Там очень сложный язык. Точнее так, первая глава книги Йова написана очень простым повествовательным ивритом, доступным всякому. Ну, всякому, кто читал Танах, естественно. Такой стандартный, классический, танахический иврит. Первая и последняя главы, они написаны, вот эта обрамляющая история, они написаны очень просто. А вот середина написана либо языком мудрецов древности, либо иногда переходят в поэзию. И там уже начинаются проблемы серьезные. Настолько, что утверждается, что если бы до нас дошла еще парочка книг этого круга, то иврит был бы другим языком. Ровно потому, что вот когда речь идет о словах, которые встречаются в Танахе один раз, то где-то третьих один раз встречается именно в книге Йова. Там очень много редких слов. Причем вот время от времени так и надирает сказать, смысл фразы понятен, а слова не очень. Или там все слова понятны, смысл фразы непонятен. Но, к сожалению, у комментаторов не принято вот делать такие честные замечания, что, в общем, понятно, о чем говорится, но непонятно что. Такого не принято. Значит, поэтому, чтобы не закопаться, мы поговорим о другой книге, которая намного проще в стилистическом отношении, а именно не в языковом отношении, извините, но не в, и в стилистическом тоже. А книги Когелет вначале, думаю, что это проще просто начать отсюда. И вот здесь начинается надо договориться, насколько мы будем заниматься словами, а насколько мы будем заниматься терминами. Значит, когда я занимался книгой Кахелет, кончилось это довольно любопытной вещью. Но выяснилось, что не я первый на этом застреваю, я нашел еще других авторов, которые этим же занимаются, поэтому обрадовался, что можно будет сравнить их итоги, мои итоги. У них, ну, в общем, интересная вещь. Проблема в том, что для книги Когелет нужно составить словарь. Но словарь не слов, а терминов. То, как какое слово используется. Дело в том, что в книге Когелет есть серия любимых слов. И эти слова для того, чтобы правильно понимать книгу, неплохо бы как-то понимать и разбираться с этими словами. Значит, при этом книга, вот принято ее считать философской, но при этом философ, который ее писал, был поэтом. Потому что он, когда говорит о всякого рода вещах, он пишет безумно красивым текстом, безумно красивые вещи. И я-то ведь помню свое первое столкновение с книгой Когелет. Это какие-то цитаты, о которых я, конечно же, просто вот, ну, я не знаю, какое-то неприличное слово, типа, ну, балдел, будучи совсем мелким юношем, когда я первый раз с ней познакомился. Вот, я был в восторге. Это я помню свои ощущения. Значит, теперь. Безусловно, тут надо заметить, что книга. Значит, вот я слежу за вопросами, вы учитываете, что я слежу за вопросами, поэтому иногда отвечаю прямо по ходу дела на них.
Значит, когда мы говорим о греческой философии, я хочу напомнить одно, что обычно мы, когда говорим о греческой философии, мы имеем в виду сократическую философию. Да? Вот начинающийся с Сократа, да? Которая на самом деле, вот чем Сократ отличается от предшественников. Предшественники Сократа, значит, Сократ именно кладет основу философии, построенной на логике, как от, ну, обычно, значит, два пути, как от кучи следствий перейти к первопричине. Например, главная задача Сократа – найти одну первопричину всего. Вот это. И вся школа, и Платон, и Аристотель – это вот это. Найти единую причину всего. И на этом построена вся вот эта философия платоновская и аристотелевская, ну и дальше. То есть это аналитическая именно школа. До этого, до сократической греческой философии, она не аналитична на самом деле. Она скорее пытается понять и описать мир, но не докопаться до первоисточников. И если вы слово «философия» готовы принять как досократическую греческую философию, вот эту линию взять, то да, книга Когелет чем-то похожа на досократическую греческую философию. Но я боюсь, что такого сорта похожести мы найдем в литературе мысли почти любого народа, ну, письменного народа, я оговорюсь тут. То есть, ну, именно этот стиль. То есть нет попытки найти первоисточник всего. Более того, я хочу заметить, что для Танаха, например, найти единый источник всего – это не является философской проблемой от слова «вообще». Танах знает единый источник всего. Для него то, что весь мир – проявление единого начала, божественного начала, это очевидно. То есть это такая очевидность, ради которой разводить обсуждение нет смысла. Это у греков эта проблема, а у евреев этой проблемы нет. Зато есть большая разница между греческой сократической философией и еврейской философией. Вот в еврейском мире отношения с Богом очень личные. В сократической, перипатетиков, если хотите, я готов это слово употребить. Ну, давайте лучше вот это. Более простое слово. В сократической философии Бог, он как бы абстракция. Он, и на самом деле они очень быстро прикатываются к представлению о Боге. Ну вот, например, если вы читали Аристотеля, то очень быстро поймете, что греческий Бог – это вот, первый источник всего, это Уран. Это небо, довольно бездушное. Тварь, ну, то есть она может быть и душа всего, но при этом собственной волей не наделенная. Да? И общение с небом, оно довольно бессмысленно в этом смысле. Но опять, я хочу заметить, то, что я сейчас говорю про Аристотеля представления, они... Ну, скажем, в средние века с этим бы никто не согласился, с тем, что я сейчас сказал, потому что в средние века, особенно вот во времена там, Рамбан и после Европа, Прованс и подобное, регулярно пытались совместить библейское, ну, это и христиане делали тогда, совместить греческие философские построения вот этой сократической школы, тем или иным образом сблизить с библейским представлением о Боге, поэтому в результате возникают такие несколько странные вещи. На мой вкус странные. По-моему, попытка порождает больше проблем, чем решает, как мне кажется. Но это
Если куче народу нравятся эти подходы, то кто я такой, чтобы возражать? Значит, в результате книга Когелет, она как бы философская, но занимается, как это ни странно, совершенно не тем, чем занимается привычная нам философия. Она занимается местом человека в мире. Вот не миром, в котором живет человек. Вот понимание, что обычно философия как бы больше посвящена физике и метафизике. Ну вот как главные два труда Аристотеля, все-таки это физика и метафизика. Ну, главное для философского мира есть, не забудем его логический корпус Органон, не забудем его политику, вот эти книги связаны с этим кругом, тоже существенный момент. Но вот то, что имеет отношение к природе, это физика и метафизика. Книга Когелет ими не занимается. Как-то как. Ее интересует человек в этом мире, мир как данность. Поэтому, когда будет описан мир, то всегда надо помнить, что в этот мир, который будет описывать Когелет, надо всегда помещать человека. И вопрос в этом смысле книги Когелет, она эгоцентрична абсолютно. Вот есть я. Вот теперь не надо удивляться. Вот теперь... И это главная тема еврейской философии. На самом деле, это же тема Иова. Есть я, вот не абстрактный человек. Это не вопрос этики. Вопрос этики, он хорошо у нас решается в Пятикнижии. Он решается в Торе, у нас есть заповеди. Он решается этикой, занимаются пророки. Кто только этикой не занимается. Не это проблема еврейской философии. В еврейской философии, еще раз, нет проблем этического плана в том смысле, как построить этику, вот как то, чем занимается Аристотель, например. У нас ясен источник, ясно, как по нему строить. Не вопрос, насколько однозначный результат, но это ясно. Вот что не ясно в этой истории? Вот ясно, что есть Бог, который сотворил мир и который поместил в этот мир человека. И в том числе меня. То самое, что ощущает мир. Вот теперь вот важный пункт. Почему я говорю про эгоцентричность Нигиева? Главное, что есть в этом мире, это мои, я этот мир воспринимаю через я. Никто не любит, никто не чувствует вкуса, никто не... слышит и видит, как это делаю я. Вот это прямо в книге Когелет будет. Вот теперь вот это я, помещенное в огромный мир, созданный Богом, в котором правит Бог, вот это я и есть центральная тема книги. И это очевидно, на самом деле, для меня, скажем так. Поэтому, насколько это похоже на философию, сами решайте. И это не психология, уж поверьте, что это не психология, от слова тоже совсем не психология, это другое. Это именно попытка осознать место моего «я» в этом мире. Вот это и есть книга Когелет. Вот она про это. Именно поэтому она столь потрясает. Потому что, еще раз, ни в одной книге Танаха нет столько раз не повторено слово «я» во всех формах. Вы учтите, что в иврите слово «я» еще есть в формах глаголов, причем в форме первого лица, а не для прошедшего и будущего времени, строго только первого лица бывает. То есть я увижу, я увидел, и никто другой. Поэтому я в иврите может встречаться несравненно чаще, чем в любом другом языке, ну, который не имеет таких форм. Я вижу, я услышу, в русском языке оно
Кто еще? Я, да, в будущем времени у нас отличается, а в прошедшем нет. В прошедшем я и он увидел, да? Значит, теперь далее. Что касается языка, то он в большинстве случаев он простой в смысле слов. Проблема в книге, в слове «Когелет». На иврите книга начинается слова Когелета, сына Давида, царя в Иерусалиме. И потом еще раз повторено, что это Когелет. Слово непонятно. Обычно переводят, ну, как Талмуд переводит, понимает это слово, тот, кто кахаль собирает, да, значит, выехель, да, и собрал Моше народ, собирать народ именно. Не просто собирать, а именно собирать народ, тут очень важно. Слово кагаль, кагал все знают, да, идишевское. Всем кагалам порешаем, всей общине, да, это и есть кагал. Так вот, это слово ивритское, выдишь ивритское слово каган. И оно вот это, тот, кто собирает толпу, отсюда, значит, книга «Экклезиаста» или «Проповедника» русское название. То есть слово «проповедник» он в данном случае тот, кто выступает перед толпой народа, вот дословно. Я, вот понимание, и это понимание, оно есть в Талмуде, и оно в греческих переводах просто отражено именно это понимание. При этом слово, вот я не знаю, нужно ли объяснять, почему это такая форма, но, по-моему, это не обязательно. Значит, дальше. Для Талмуда совершенно очевидно, что так, как написано «Бен Давид Мелах Вирушалаем», то как бы при буквальном чтении «Бен Давид, сын Давида, да, который был царем в Иерусалиме, такой был только один». И это Шломо. Остальные сыновья Давида не были царями в Иерусалиме. Значит, соответственно, это Шломо, это книга Шломо. Впрочем, в трактате Бава Батра, там, где есть список, кто что написал, в Танахе, там есть список, Когелет и Мишлей написали Аншей Хиске. Это сильно позже. Хиски – это царь Хискиягу, имеется в виду, и царь Хискиягу Васиато, и его группа, книга Когелет, может быть, написана ими. Но имеется в виду следующее, что они же, например, написали Мишлей. Да? Точнее так, если вы откроете… Мишлей – это притча. Притча царя Соломона. Если вы откроете книгу притчи, то вы обнаружите в некоторых главах заготовки, что это слова людей аншейхийские. Там просто прям заголовки есть эта группа упомянута. Но в книге Мишлей есть заголовки притчи царя Соломона, есть заголовок притчи, а вот еще притчи, собранные людьми Хиския, и последняя глава слова Лемуэля. То есть там заголовки есть. Значит, Когелет, вот когда, кем написано, скажем так, давайте скажем так, что аргументы, которые пытаются как-то увязать с греческой традицией, меня не убедили ни один. Они все какие-то очень слабые. Они в стиле профессора Левина, которые очень интересно читать, но абсолютно ни в чем не убеждают вообще. Значит, принято, значит, считать следующее. Значит, есть чудесный спор по поводу того, что Соломонов цикль, как известно, это Шир Веширим, Мишлей и Когелет. Значит, песни, притчи и Когелет, Экклезиаст. Значит, по поводу того, что притча в середине, по возрасту, что, значит, в середине жизни Когелет написал Мишлей, в этом как бы нет споров. Потому что человек солидного возраста говорит поговорками, притчами, поговорками, это нормально. Вот теперь вопрос, в каком порядке написано песнь песней Когелет.
то там два высказывания есть по этому поводу, что вначале он написал песней, песнь любви пишет юноша, естественно, а песнь, а книга, которая кончается описанием смерти человека, естественно, пишется к старости. Но там высказано прямо обратное мнение, что это юный человек брюзжит на весь мир и преисполнен пессимизма, а старики, наоборот, оптимисты. И что, наоборот, это в юности написан Кагелет, а в старости написана песнь-песни. Кстати, по поводу юности песни-песни, вот давайте так. Ежели мы исходим из содержания текста, то по мне очевидно, что песнь-песней написана зрелым человеком. Читайте предпоследнюю главу, где идет быть одной из лучших в мировой литературе описание зрелой любви, не юношеской, буйной начала книги, а наоборот зрелый, абсолютно зрелый, присыщенный и довольный друг другу, друг другом вот такой вот любви, кто это идет из это самое на руку милого опираясь. Вот откройте это место и посмотрите, вы увидите, что это пишет зрелый человек, юноша этой любви еще не понимает. Он просто еще не в состоянии понять, он просто не в состоянии понять, что такое вот это вот уже зрелая любовь, ну, ему это еще недоступно. Поэтому как раз то, что песня написана зрелым человеком, у меня нет ни малейших сомнений. Вот Кагелет, да, значит, я сразу хочу заметить следующее, что понимание Мелех Бирушалаим, есть, там дальше будет место, где ясно, что пишет царедворец. Царь в Иерусалиме, вы учитываете стиль, это самое, тогдашней литературе, царь это может быть высокопоставленный начальник, почти любой. Либо из царского дома кто-то. Значит, ну, кстати, для нас почему важно кто? Вот теперь я хочу заметить одну вещь. Почему важно, что это пишет царь? Смотрите, когда нищий человек говорит, что весь мир это то все пятое, десятое, и чего хорошего в этом мире, и брызжит по поводу того, что мир несправедлив и плох, это понятно. Вот когда это делает человек, достигший всего, вот эта мысль, которая, она еще в Талмуде восходит, эта мысль. Когда это пишет человек, который достиг всего, который был царем, который богат, во второй главе будет описано, который мог себе позволить все что угодно, любые прихоти за мои деньги, чего хотите, чего я захочу сделаю. По этому поводу это очень важно, что всю эту историю рассказывает человек, который не знает материального недостатка. Просто даже не знает, что это такое. И это очень существенно для понимания книги. Без этого как бы книга была бы другой. По этому поводу при чтении вот мы говорим не просто про «я в этом мире», а «я», которое не имеет материальных проблем в этом мире. Вот, вот смотрите, вот это одна из основных положений. И золотая молодежь имеется в виду дети, которые не знают никаких проблем. Да? Вот они в жизни не сталкивались ни с одной проблемой. Если у них были какие-то проблемы, то папа с мамой деньгами решали все проблемы. И дальше начинается серьезная проблема с этими ребятами, что, как им жить и хочется ли им жить еще. Опять, могут быть самые разные результаты, зависит от многих обстоятельств, я вот не пытаюсь войти в эту тему. Могут быть блестящие результаты, могут быть отвратные результаты, возможно, что угодно здесь. Сложная слишком тема. Но вот в данном случае, еще раз, мы начинаем с некоторого отвлечения сразу, вот теперь, почему я говорю про философское. Мы начинаем с некоторого отвлечения. Автор собирается как бы говорить про человека материально удовлетворенного.
какие проблемы в мире у человека материально удовлетворенного, потому что у человека бедного или у человека, ну, даже не бедного, более, как это называется, не не богатого, а какое-то есть слово специальное, который удовлетворен тем, что есть, как бы обычно все равно бывают проблемы, ему надо ходить на работу, ему нужно зарабатывать, у него есть семейные проблемы, которые он должен решать. И поэтому все эти абстрактные некоторые проблемы иногда вспоминается классический анекдот про Вовочку: «Мне ваши проблемы, господин учитель». Да? Значит, вот. Так вот, в этом смысле вот начало книги, что это рассказывает царь, это идет абстрагирование темы от насущных проблем мира. Как бы, что должен человек делать в этом мире? Вообще-то зарабатывать на жизнь. Первый ответ какой есть. Да? И это займет очень много времени. У вас, поверьте мне, это займет у вас очень много времени. И у вас мало останется времени на другие проблемы. И человек, который говорит, что ему скучно жить, да, ну-ну. Поэтому вот когда мы говорим, что это философское произведение, то мы сразу обращаем внимание на некоторое абстрагирование, которое сделано прямо в первом стихе. Вот его надо замечать, вот на него надо обращать внимание. То есть речь идет о личности в этом мире, если не рассматривать проблемы, как человеку выжить в этом мире. Вот нет вот этой проблемы выживания, каждодневной борьбы за жизнь. Вот это, вот этот пункт книги Кугелет надо иметь в виду всегда. Я подозреваю, что молодым людям эта книга «Экклезиаста» является там любимым для юнош, для, ну, большинства юнош из, ну, из хороших семей. Да? Именно потому, что, ну, как правило, у них есть эти проблемы. Понятно, что для ребенка, который в 5 лет пошел пасти гусей, в 7 ему доверили свиней, а в 12 он пошел под паском, у него другие немножко проблемы в жизни, чем эти. Значит, с этого начинается книга. Вот с этого утверждение, я считаю, что это утверждение надо просто иметь в виду. Значит, второе. Значит, первая цитата, первое мото, какое там слово употребить, то, что вошло в поговорку, да, бон мот. Хабель габелин мамар когелет, габель габелин, хаколь габель. Значит, стандартный перевод привожу. Суета, сует, сказал Когелет, суета, сует, все суета. Значит, стандартный комментарий, 7 раз суета, ну, там, где хавелим, это множественное число, значит, двое, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 раз слово хавель упомянуто в одном стихе. Ну, на самом деле, 5 раз, 2 раза в множественном числе. Значит, слово «габель», вот я не знаю, вот теперь вы мне подскажете. Мне нужно анализировать употребление слова «габель», которое переводим как «суета». Обычно это слово переводит «суета», и не без оснований при этом, честно говоря. Хотя есть проблема при таком понимании.
Значит, ну что, нужно, не нужно? Легкое дыхание, которое ничего не меняет, да? Ну, в общем, смотрите, мудрецы вообще понимают слово «хевель» как пар, идущий над котелком или над озером. При этом, значит, весь наш мир «хевель», вот, например, вот классический мидраш, ежели просто пар над котлом, который стоит на огнем, то ешь бобомаш, что в этом есть какая-то реальность. Но вот ежели над этим паром, значит, в процессе котелок висит на огне, над костром, над ним поставили второй котелок, чтобы он на пару это самое кипел, и от него идет пар, он тоже нагревается, какой-то пар идет, над ним поставили третий котелок, чтобы он нагревался на пару второго, и так 7 раз. Вот седьмой котелок, пар, который идет над ним, это и есть наш миг. Значит, это слово Габель, значит, на самом деле я могу сказать, что сам Когелет, в самой книге Когелет, они несколько по-разному используются, но, например, то, что это суета, вот хлопоты такие, причем хлопоты, бесплодные хлопоты, да, значит, это где-нибудь значит, я бы перевел, вот смотрите, к сожалению, это звучит совершенно дико для перевода танахического текста, но что-нибудь в стиле «О, эфемерность бытия», да? На самом деле, если употребить дым, то все растает, как дым. Вот Габель Габелин, все растает, как дым, сказал наставник, все исчезнет, как дым, все только мираж. Вот есть еще одно слово очень хорошее, где оно неплохо подходит, но в мираж, к сожалению, в нем нету мамаш, то, что вот мудрецы употребляют, есть, у мудрецов есть чудесное слово мамаш. Мамаш – это имеет материальную основу. Можно пощупать. Вот мамаш – то, что можно лемашмаш, то, что можно пощупать. По этому поводу там некоторые обсуждения, в чем есть мамаш, а в чем нет мамаш, что можно пощупать. Так вот, в Галахе куча вещей, которые признаны эйнбо-мамаш. В нем нет ничего это самого. Так вот, в слове «гэвэль» должно быть что-то «мамаш», что-то настоящее. Но оно должно быть не настоящее. То есть это не совсем мираж. Это… Ну вот это вот так вот. К сожалению, еще раз, в русском языке нет нужного слова. Впрочем, поверьте, его нет ни в английском, ни в французском, ни в одном языке. Просто это очень специфическое, это слово в этом смысле появляется именно в книге Когелет, вот в этом тяжелом смысле. Нет, оно встречается у других пророков, кстати, и тоже означает что-то такое. Ну, вот этот дым, вот этот пар, все растает как дым. Ну, вот это где-то так. Все только дымок. Значит, это и есть центральная тема. На самом деле, как это ни странно, центральной темой книги Когелет будет, значит, на самом деле, самое смешное состоит в том, что он не имеет в виду мир, автор. Вот когда он говорит «Хевель», какой Хевель, все является только дымком, все растает как дым, он не имеет в виду, что мир, он эфемерный и призрачный. Он не это имеет в виду. Он имеет в виду себя и свои действия. Вот
центральная тема на самом деле будет ясна из первой главы, просто с самого начала вопрос-то ведь проставлен безумно просто и ясно. Значит, вот давайте. Вот постановка вопроса выглядит так. Магитарон ладам бухоля малоша и малитаха гашевич. Вот теперь я буду переводить так, как я уверен, что это правильные переводы, хотя учить есть другие. Что останется от всех трудов, что делал человек под солнцем? Поколение уходит, поколение приходит, а поколение уходит. Земля же остается неизменной. Солнце взойдет и зайдет, и вернется на свое место светить оттуда. Идет к югу, поворачивает к северу, кружится, кружится ветер, и на круги свои возвращается ветер. Все реки текут к морю, море же не наполняется, и вновь текут реки на месте своем. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Вот это описание мира. Вот теперь, вот в это описание мира Габель Хавелин не вставляется в принципе. Вот этот мидраш, который говорит, что наш мир – это пар, идущий из как семи котлов, которые поставлены друг на другом, и в седьмом там вообще нужен счетчик ставить, физически заказать какой-нибудь крупной лаборатории мира, чтобы посмотреть, сколько оттуда пары исходит. И что наш мир – это вот такой вот порог и вот такая вот, вот иллюзорность некоторого мира. На самом деле в книге Кагалата говорится чуть-чуть другое. В нем начинается вещь вот прямо обратная к известное высказывание «нельзя войти в одну реку дважды», да? Этого самого. Не Эпикур, а этот Гераклит. Гераклит. Значит, так вот здесь сказано прямо обратно. Почему нельзя войти в одну реку дважды? Потому что река все время течет, она все время меняется. Когда ты входишь в реку второй раз, то это другая река, другая вода. И ты вошел в другую реку. Здесь автор говорит совершенно другое. А именно, вот этот пример с рекой, он просто очень показателен. И именно из-за фразы Гераклита она очень удобная. Река непрерывно меняется, но при этом остается неизменной. Вот это центральное место. Вот теперь смотрите. Земля стоит неизменно. Солнце заходит и заходит, солнце восходит и заходит. И возвращается на свое место. То есть время течет, все мир меняется, мир остается неизменным. Солнце ходит, ветер идет к югу, к северу, кружится, кружится, кружится ветер, и на круги свои возвращается ветер. То есть в нем все время происходит какая-то динамика, мир динамичен да нельзя, но при этом он остается статичным. Вот как солнце ходит по кругу, как ветер ходит по кругу, как реки ходят по кругу. Вот, кстати, вот к рекам посмотрите Раши, например, комментарий, который долго, старательно объясняет здесь, что такое круговорот воды в природе. Причем вот ровно, вот его, как физическое явление по поводу науки. Долг подробно довольно в этом месте. Далее, вот здесь фраза, которую я пропустил. Значит, и дальше, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Вот это вот идея, что нет ничего нового под солнцем, и земля умедет, земля стоит. Не имеется в виду... Нет. Я понимаю, что средневековые философы отсюда могут сделать любой вывод, что Земля стоит, а Солнце вращается. Здесь не про это говорится абсолютно. Омедет в смысле стоит неизменный, остается каемет. Вот в более позднем иврите
уже под влиянием такого арамейского языка, есть ивритское слово, есть на самом деле, но каям существует постоянно, каям в смысле существовать. В старом иврите говорят омед, это более древняя форма, это то же самое. Земля каемет, земля существует вечно. Это просто иврит более старый, чем талмудический. Слово каям еще рано употребляется здесь, как, кстати, по поводу древности текста. Было бы не земля омед, это земля каемет, более поздний текст. Значит, земля, вот мир неизменный. Вот теперь, вот когда вы это прочли, вот теперь вернемся к суета-сует. И мы понимаем, что это не к миру относится, а относится к тому, что говорит Майитарон. Майитарон ладам бихоля малоши ямоль тахаташенч. Значит, какое... Вот теперь выглядит так. Теперь здесь есть два комментария. Значит, слово «етарон» – корень очевиден, «етер», да? Оставаться лишнее. «Йотер» – это больше, да? Во всех смыслах. И в буквальном смысле, и как в русском, значит, «гадоль йотер» – еще больше, вот такой вот. Катан Ютер еще меньше. Вот это еще, когда надо увеличить. Ютер Герок более зеленый. Вот это более. Это Ютер, вот это. Как глагол, например, используется в значении гутарба. Мы ели, и у нас осталось. Вот это оставаться. Ютер, лишь еще. Вот это вот слово Ютер, это еще. Еще есть. Да? Значит, по этому поводу, при этом слово «етарон» есть современное значение, оно очень важное, оно не исключено, что отсюда идет. Это польза, выгода. Или преимущество, на самом деле преимущество. Например, в футбольном матче. «Етарон» такой-то команды виден невооруженным глазом. Преимущество. Это вот такое слово. Значит, тогда, если так мы понимаем, то тогда фраза говорит, в чем польза, в чем выгода человека от всех дел, которыми он занимается под солнцем. Это первый вариант. Второй вариант. Етер – это еще оставаться в смысле, что останется. Вот этот етерон, который здесь. Тут большой вопрос. Какое надо правильное понимание? Что останется от трудов, что делал человек под солнцем. Причем употреблено слово «эмель». Слово «эмель» – оно – это тяжкие труды, это не просто труд. Вот есть «массе», есть, а «эмель» – это тяжкий труд. Причем регулярно, вот, например, в книге Йова «Киадам ле эмель юлат», ибо человек рожден, вот теперь переводчики практически на все языки, ибо человек рождается на страдание, да, как, тут трудное понимание, но, скорее всего, как искры, чтобы как искры взлетать вверх, или чтобы как огненные духи взлетать вверх, я не исключаю, что такое правильное понимание, я там, но обратите внимание, страдание как бы позволяет человеку взлететь вверх. Но не исключено, что там понимание должно быть, ибо человек рожден для трудов, чтобы как огненные ангелы взлетать к небесам. Высоко взлететь, их бегу, высоко взлететь. Именно так. И там не исключено, что человек рождается для трудов. Но не просто трудов, а именно тяжких трудов. Тогда здесь оттенок, что останется от тяжких трудов,
Нет, есть еще ЕГА, есть еще одно слово. Это изнурительный труд, тут еще немножко более сильный оттенок. А здесь именно тяжкие труды. Что останется от тяжких трудов, которые делал человек под солнцем? Вот это под солнцем Тахет Гашемеш. Оно, собственно, свойство книги Кохелет. Итак, тогда... Вот тогда мы понимаем, что Хавель Хавелим относится к тяжким трудам, которыми занимался человек. То есть все это растает как дым, да? Именно тяжкие труды. А мир, он не Хавель Хавелим, мир, он Гецук, он Атлит. Нет, он динамичен, но при этом, по большому счету, статичен. Он непрерывно меняется, остается неизменным. Вот это говорит автор. Вот это противопоставление, которое центральное в этой истории. Но что останется от тяжких трудов? Или в чем выгода от тяжких трудов? Вот это два варианта понимания. И учитывая некоторые свойства этой книги, которые я скажу немножко ниже, я весьма не исключаю, что автор сознательно ставит вот такой оборот. И он вполне сознательно пытается запихнуть вот этот бумажник. То есть как бы в двух разных смыслах использует слово. То есть что... останется и в чем польза. Одновременно он имеет в виду и то, и другое значение, и два сильно разных смысла одной фразы. Вот для того, чтобы была иллюстрация, слово «руах», которое здесь использовано в значении «ветер», ниже по всей книге будет использовано в значении «душа». Он иногда будет использован в значении «явно ветер», иногда явно в значении «душа», а иногда оба-на, я не понимаю, в каком значении. Так вот, вот эта фраза «идет к югу, поворачивает север, кружится, кружится ветер, и на круги свои возвращается ветер», в некоторый момент мы вдруг понимаем, что автор имеет в виду второе значение слова «кружится, кружится». Идет к югу, поворачивается, кружится, кружится душа, и на круги свои возвращается душа. Или дух, если хотите. Дух человеческий. И дальше мы убедимся, что это правильное понимание, которое сюда надо поместить вторым этажом. И вот это некоторое действительно уникальное свойство книги Кохелет. Книга Кохелет, единственной, по-моему, книги в Танахе, где регулярно имеется в виду двухэтажное построение фраз, где стих регулярно имеет два значения, подразумеваемые автором. Причем значения, не надо спорить, они разные, они сильно разные. Согласитесь, что фраза «что останется от всех тяжких трудов» и «какова выгода от всех тяжких трудов» – это сильно разные смыслы. Но автор сознательно это проделывает, желая поставить, и дальше я продемонстрирую, что он еще что слишком часто этот момент проделывает, чтобы считать, что это случайность. Если бы это один раз, то то, что я сейчас говорю, было бы спорно. Но то, что он сознательно это несколько раз проделывает, вот эти двухэтажные построения фраз, где у нас два варианта понимания, и оба в каком-то смысле верны, мы увидим, что он несколько раз этот номер проделывает. И это сознательное решение автора. По этому поводу это очень важно будет нас понимание. И действительно, вот теперь, во фразе в третьем стихе, да, третий стих, у меня номера стихов просто непросто. Третий. Нет. Да, в третьем стихе. Есть первый раз встречается слово «тахет гашемеш» – «под солнцем». Ясно, как автор его использует. Ясно, что он имеет в виду в нашем мире, в Поднебесье.
Слово оборот «тахат хашемеш» будет использовано многократно. И оно означает, вот смотрите, в греческой философии, в более поздней литературе было бы «тахат хиереах» в подлунном мире. То есть вот у греков формула, и эта формула сохранится в философской литературе там довольно долго. Долго это там, хорошо до нового времени. Подлунный мир – это мир, где происходят изменения, материальный мир на самом деле. Как бы выше него, ну, по аристотелевским схемам мер, места, ну, там, Аристотель, неважно, кто берем, либо место мирового эфира, либо место небесных сфер, как хотите, где духи и ангелы, но уже как бы материальность там, даже если мы этому миру выше сферы Луны припишем какую-нибудь материальность, то это будет не наша материальность, ну, для греческой философии. По этому поводу, вот делая человека под солнцем, это в нашем подлунном мире в данном случае смысл вот такой у греков был. Естественно, возникает вопрос, нужно ли вот этот оттенок сюда помещать, вот очень важный оттенок, подлунный мир, когда говорится, имеется в виду мир материальных изменений, мир, где происходят изменения. Это у греков, вот когда говорят подлунный мир, имеют в виду греки, что мир, в котором все меняется, в котором происходят изменения. И эти изменения, материальные, вызванные тем материальностью мира, они причины бедствий мира, если вы там читаете, например, Рамбама, ну, там, кого угодно из поздних философов, поздних средневековых, там, подобное у Ральбага, Гершанида, подобное, ну, кого только там такого нет, этой мысли. Значит, вопрос, но, значит, и по этому поводу мудрецы, вот обратите внимание, мудрецы говорят, «Етерон баулам хазе тахат хашемеш эйн», айн, тут правильно говорить, нету выгоды от, никаких выгод от трудов под солнцем, но над солнцем выгоды есть, как бы для мира грядущего выгоды есть, как бы. То есть они явно понимают, что под солнцем это наш материальный мир, тогда над солнцем будет мир грядущий находиться, ну то, что мы принято называть мир грядущий, мир ангелов, и выгоды от трудов в этом мире есть в мире грядущем. Вот это мидраш к этому месту просто. То есть как бы мудрецы как раз четко делят, что под солнцем это наш материальный мир, а над солнцем, соответственно, это, ну, дело в том, что мудрецы довольно часто, когда говорят про астрологию, например, вот стандартный образ, ты, обращаясь к астрологу, например, к Аврааму, который, как известно, был большим астрологом, ты видишь звезды со своей стороны, со стороны мира, но я-то вижу с обратной стороны, поэтому я лучше знаю, что на самом деле. Всевышний астролог. По этому поводу то, что выше солнца, оно как бы в подчинении Бога. И вот здесь человек трудится под солнцем. Солнце при этом взойдет и зайдет и вернется на свое место. Солнце, оно в описании первой главы Когелет, оно механистично абсолютно. Оно столь же механистично, как ветер, как река. Это механизм, отсчитывающий время. То есть солнце, тахат хашемеш, это время. Вот теперь на самом деле появляется вот появление солнца в этом тексте, на самом деле видно хорошо, вот идет вот отбивание ритмов, поколение приходит, поколение уходит, солнце взойдет и зайдет, именно в таком порядке, кстати, вначале взойдет, потом зайдет. Ветер кружится, реки
неизменно текут к мере, к морю, значит, первые поколения Солнца это, и ветер – это отчеты времени, пошли, это часы включены. По этому поводу не исключено, что под Солнцем надо понимать не так, как понимают, кстати, большинство мидрашей и современных, и авторов средневековых, что под Солнцем – это в нашем материальном мире. Так как главная тема этой книги на самом деле – это тема времени. Поэтому под Солнцем – это под часами. Под такими вот, ну, мировыми часами. Вот это и есть постановка вопроса. Что останется от человека, который живет под мировыми часами, которые тикают Солнцем? Либо какая польза человека от трудов, коли время тикает, когда тикают часы? Вот это постановка вопроса. Время вроде кончилось, если есть какие-то вопросы и замечания, потому что для меня важно просто поймать, в каком стиле обсуждать дальше все это. По-моему, все идеально. Вот, то есть можно более тщательно изучать грамматику, можно быстрее немножко, не останавливаться столь длинно на стихах каких-то. По мне так ритм как надо. Вот. Вы там подумайте, в следующий раз, там в начале, если хотите, можете высказать свои пожелания, ну вот в чате, например, чтобы просто понимать, что, чем мы занимаемся здесь. Ну вот где-то вот так. Вопросы есть? Замечательно. Тогда вопросов нет, тогда всем шаббат шалом. Большое спасибо. Всем всего доброго. До свидания. Шаббат шалом. Спасибо.